Всем привет! Пришло еще одно обновление для ЧПУ. Это увеличенный стол. И надеюсь, это прямо то, чего я ждал. Перепакованный. Штука достаточно тяжелая, надеюсь, она и работает хорошо. А, нет, расколото, откололи, вот пидорасы. Ну, печально, конечно. То есть, это типа жертвенный стол. Ну, расколотый. Как бы, что там? Жалко очень, что он расколотый. Но не так сильно нужна была именно вот эта штука. Сколько нужен был вот этот профиль. Хотя, конечно, в составе этой штуки она стоит на косарь дороже. Вот. Но я думаю, и без нее нормально. Потому что с ней получается вот стол сам по себе стоит. И сверху еще вот эта вот штука сантиметр там минимум съедает. Или здесь даже 12 миллиметров. Вот. И у 3018 там вообще места не остается вверх-вниз ходить. То есть проще, ну как сказать, ну пользоваться я ей вообще в принципе не сильно планировал. Проще как-то закрепить с нижней стороны все элементы, ну вот два стола, вот эти вот все шарниры, направляйки и пользоваться какими-нибудь тисками, типа тех, которые я уже печатал, чтобы было место вглубь опускаться в фрезе сантиметр как бы. Когда всего 45 миллиметров ход вверх-вниз, или сколько там, даже вроде еще меньше сантиметра, это прямо очень сильная потеря. Поэтому, ну вот как-то так. В комплекте еще идут вот такие крепления. Ух ты, очень хорошо. Ключ. Ну, такой вот гаек здесь много. Всяких вот таких вот поворотных. Ладно, надеюсь, в ближайшее время дойдут руки это все начать собирать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!